Всем привет! Сегодня я расскажу вам о технике блогера. Та техника, которая вам понадобится, которую вам придется докупить. Сначала нужно подумать, на что вы будете снимать свои влоги, на чем они у вас будут, на что снимать. Ну, как правило, это телефон. То есть тот телефон, который у вас есть, как он снимает. Или, может быть, вы будете покупать. То есть телефон. Может быть, вы будете снимать на фотоаппарат. То есть, в принципе, можно на фотоаппарат. Да? Или видеокамера. То есть видеокамера там, конечно, тоже немножечко посложнее. У каждой видеокамеры что-то свое, свой. Она записывает по-разному звук, каждая камера. Вот. То есть обязательно читайте отзывы, прежде чем выбирать, покупать. Обязательно читайте на телефон, также на фотоаппарат, на камеру. Также вам нужно что-то, что куда цеплять эту камеру. Если вы будете, допустим, как сейчас вот я сижу. То есть это может быть штатив вот такой маленький, если вам есть куда его поставить. Такой вот малюсенький, у него выдвигаются ножки. Есть, конечно, штативы чуть-чуть побольше, есть большие. А сейчас у меня камера стоит на большом, я его попозже покажу. Вот. Либо, ну, такая вот маленькая. В принципе, если вам есть куда поставить, допустим, я сижу сейчас на кухне, я могу поставить на кухонный гарнитур камеру, и тоже так же она будет меня видеть. Вот. Также можно на нее поставить, допустим, не видеокамеру, можно сюда привинтить, то есть тут есть резьба, фотоаппарат или телефон. То есть для телефона вам уже нужна вот такая вот штучка, чтобы ее привинтить, да, и поставить телефон, и все супер. То есть, опять же, такая же штучка, не знаю, продается ли она отдельно, но она продается вместе с селфи-палкой. То есть селфи-палку вы покупаете заранее, чтобы на ней тоже была резьба на тот случай, если вы соберетесь покупать еще видеокамеру. Допустим, я насаживаю просто видеокамеру на селфи-палку, вот так вот выдвигаю, и просто вот так вот идешь себя, и вот так снимаешь. Мне так удобно, мне так нравится. Соответственно, селфи-палка должна быть длинной. Метр, сейчас даже больше метра есть. У меня очень она длинная, даже она вот в камеру помещается, да? Вот, она довольно длинная, она должна быть тоже здесь довольно плотненькая. Вот. И даже, конечно, на нее можно насадить телефон, снимать на телефон, на фотоаппарат там и так далее. То есть тоже, чтобы она была у вас удобной, чтобы у нее была зарядочка. Здесь у нее есть кнопочка, есть зарядочка. Вот. Кстати, вот эта вот маленькая штучечка мне досталась с веб-камерой вместе, но она продается отдельно. Если, допустим, вы собрались снимать видеообзоры, можно, конечно, снимать видеообзоры на видеокамеру. Как бы это немножечко посложнее. Просто вам нужно будет видеокамеру прикрутить в таком положении, чтобы она снимала у вас сверху вниз. То есть ее нужно прикрутить на что-то. То есть это должен быть специальный штатив. Сейчас я вам покажу этот штатив. Вот он, пожалуйста, этот самый штатив. У него, пожалуйста, вот есть, как бы, на нем еще один маленький штатив, который именно такой вот гнется, на него одевается. И тут, конечно, я уже просто под себя придумывала разные проволоки, чтобы они хоть как-то удерживали камеру. И, конечно, вот этот вот штатив, это на самом деле лампа. То есть, ну, она рабочая, как бы все, она, естественно, гнется туда, сюда, вверх, назад. То есть, это очень удобно. И также, допустим, веб-камера. У меня веб-камера за столом точно на таком же штативе. То есть, я эту лампу также использую на штатив, только у меня веб-камера вот так снизу висит, и она прям четко показывает. Там мне прям очень-очень нравится. Но здесь вот у меня многое не устраивает, потому что иногда я не могу записать какой-то обзор там, потому что мне не может долго уснуть ребенка. Я записываю его здесь, на кухне. Вот. И здесь как бы это не очень удобно. Надо привыкать.
Вот. И, соответственно, веб-камеры. То есть, если вы собрались снимать обзоры какие-то, там обзоры техники, обзоры на продукты, шоколадки и все подобное, как люблю я, например. А вот вам нужна хорошая веб-камера, то есть с хорошим разрешением. На веб-камеру нужно искать, все-таки читать отзывы. У меня есть такая веб-камера. Я свою брать, конечно, не стала, потому что она у меня сейчас очень хорошо там висит. Правильно, у меня две веб-камеры. Это моя вторая, которая, кстати, мне досталась бесплатно. По отзывам вроде она была супер. Но я ее подключала, конечно, качество у нее ужасное. Снимать на нее какие-то обзоры, конечно, я не буду, скорее всего. Если так вот просто чисто себя, как на замену, может быть, она подойдет. Честно, покупайте веб-камеру там, ну, где-то от 4-5 тысяч. Ну, наверное, где-то от 5 тысяч. У меня там камера Logitech, где-то она стоила, года 3 назад она стоила 6 тысяч рублей. Сейчас она стоит где-то 7, 7,5, 8. То есть где-то вот так. Она качественная камера, хорошая, снимает отлично, мне все нравится. Ну и, естественно, звук записывает очень-очень там хорошо, что даже в соседних квартирах за стенкой слышно, чем занимаются люди. Вот, поэтому я всегда снимаю обзоры свои по ночам, когда все люди спят. Вот, то есть на это тоже. Также микрофон. Микрофон там, ну, у меня нет микрофона, у меня камера снимает как микрофон. То есть микрофон уже ищите там по себе, то есть... Что у меня там камера? А, уже батарея садится. Вот, то есть микрофон ищите по отзывам. Вот, также камера. Сама камера, да? И для камеры покупайте сразу вторую батарею. У вас должна быть обязательно вторая батарея. На тот случай, если она где-то на улице у вас неожиданно сядет, у вас будет вторая батарейка заряжена. Это очень-очень на самом деле удобно. Особенно, если надо срочно что-то снимать и нет времени, чтобы она стояла где-то там заряжалась. Вот. Зарядка, то есть также все. Вот. И сейчас я вам покажу, как висит у меня веб-камера там на столе и штатив. Так, вот он штатив, смотрите. То есть у него есть такая штучка. Вот это она съемная. Есть вот она ручка. Тут он выше потом выдвигается. 160 сантиметров он у меня. Как бы вот. Вот такой вот штатив. Качественный, хороший. Мне нравится. И также вот сюда, куда я подвешиваю свою камеру, более-менее как-то все вот это вот держится. И, конечно же, сама лампа, которая заменяет мне штатив, которая может и согнуться поближе, если надо, и разогнуться повыше. И иногда, конечно, вот эта вот сама часть тоже помогает. Также пойдемте покажу свою веб-камеру. Как бы вот он сам стол. Вот они сами лампы. Да, и вот она, пожалуйста, камера Logitech. Вот там написано. Вот она у меня висит очень ровно. Мне очень нравится. То есть она снимает ровно. Также еще один момент я забыла сказать. У вас должен быть, чтобы если вы будете снимать на веб-камеру, у вас должен быть очень хороший компьютер игровой, который будет быстро все это снимать и быстро сохранять после монтажа. Если у вас после монтажа сохраняет быстро, значит у вас хороший компьютер. Вот, это обязательно тоже. То есть не самый простой, а должен быть хороший. Вот, вы посмотрели. Я надеюсь, что я ответила на все ваши вопросы. Что вам понравился мой ролик, напишите обязательно в комментариях свои вопросы. Я с удовольствием их отвечу. Также смотрите наши другие ролики, наши влоги, путешествия, живопись, обзоры на технику, на продукты. Там много всего интересного. И с вами был канал Art Money. И всем пока-пока. Ставьте лайки и подписывайтесь обязательно.